Итак, ребятки, первая поклевочка на сегодня. Завтра первый щупачок на сегодня. Вот такой. Давай. Юрка, он кричит, поймал щупака. Ну все же, вторая уже на сегодня. Да, мы... Еще одна. Ух ты, ё. О, это побольше. О, ребятки, смотрите, какой крокодил. Всем привет, всем здорово, всем доброе утро. С вами Руслан и канал Крутая Рыбалка. Привет-привет. Ребятки, давно не виделись. Ну, на то были свои причины. Значит так, что, сегодня очередная рыбалочка. Рыбалочка на щуку. Ну да, да, щука, я знаю, что мне же она и самому надоела. Ну, что клюет, то и ловим. Так что так, сегодня такая рыбалка, планирую погонять все-таки щучку. Приехал на свои места, и щучка ловится неплохо. Не знаю, видно вам, не видно, полставка лед, пару мест там есть, ну, мест 5 может есть свободных. То есть, ставок был во льду, сейчас потихоньку растают. Так что вот так, сейчас попробуем, что, ну, не знаю, что с этого получится, не знаю, посмотрим. Значит, сегодня рыбачить буду не сам, с Юрой, Юра где-то там на подъезде едет. Так что, сегодня сердцем будем давать жизни, гонять щук. Так что так, ребята, чтобы долго не рассказывать, всем приятного просмотра, точите крючки. И погнали. Вот и Юрка подъехал. Привет, всем привет. Сейчас собираемся и будем гонять. Сезон открытой воды. Да, открытой воды, ты видишь, блин. Ну, открытой не совсем. Да, блин, немножко, ну, там вот, смотри, там он есть. Тут а оно какое? Оно его сломает сейчас. Я думаю, сломаю, да. Сейчас утро как раз покажется. Да не, вот собираюсь потихоньку. Ты толмутый. Ой, сейчас новые блесна пойдут. Такое купил. Так, ребятки, мы собираемся. Так, ну что? Будем пулять. Так. Оп-оп. Где наш столик? Вот он. Так, чтоб его поставить, сейчас посмотрим. Как всегда у нас работало красное золото здесь. А, сиськи. Прохладненько, ветер дует. Тут, смотрите, ребята, видно, нет? О, видно. Лед стоит вот так. Полставка во льду. Там вот открыто. Мест 5 есть. Ну, будем с сердцом. Юрец еще собирается. Будем с сердцом пробовать. Так, оп. Блесенький ж новый есть. Ха-ха. Так, вот такая у меня новенькая есть. Попробую ее. Ой, сейчас я ее, кстати, поставлю. Вот он такая еще купил. И вот такую вот. Сейчас на нее и попробую. Должна быть пушка. Да. Ну что, первый заброс. Ой, чтобы воду не упасть. Ветер дует сильный. Так, блин, там лед сильно далеко не закинешь. Ну, чуть-чуть. Оп. А, кстати, поменял шнур себе, намотал 0.13 потоньше. Будет пушка. 0.15 был, это 0.13. Так, ну что, первый заброс на сегодня. Первый заброс ловить неприлично, вы ж помните. Далеко ты не кинешь, конечно. Сейчас шнур намочим. Как играет. Оп. А, пойдет. Так, ну что, с первого заброса ничего не было. Значит, будет успех в нашем деле. Есть, ребятки, первая поклевочка на сегодня. Поменял блесенку. Красное свое золото поставил. Сердцом перешли на место. А, щипачок небольшой. Ух ты, ёпта. Ух ты. Тихо-тихо. Вот это он, наверное, бил у нас под берегом. Может. Так. Катало еще спиннинг мне поломать. А, ребятка, ну, Юрец, подсоби. Ой, ой. Есть. Тут вообще такой молочный. Ну, ничего. Спасибо, Юрец. Ребятка, первый щупачок на сегодня. Вот такой. Наверное, и полкила нет. 300 там.
Ну да. Ну все же. Так, ладно, отправим его. За своими родичами. Нам бы бабушку или дедушку. Так, аккуратненько надо. Ну что, давай. Есть. Так, ну а мы продолжаем. Так, теперь шли в новое место. Как всегда, я поставил для этих мест проверенную уже блесенку. Хоп, и щупачок. Ну, поклевки есть. Вроде или окунь бьет, или что-то такое возле берега. У Юры тоже он есть. Либо это щучка била. Или либо щучка, да. Это да. Подъехала стыль было. Оно тут под берегом. Может, она била. Так что, дай бог, сегодня что-то будет. Может, с того крастанет есть. Так вообще будет пушка. Пушка-колотушка. Ладно. Погнали. Тюнь. Так, ну что, то щучка одну поймали. Идем дальше, передвигаемся. Ищем. Юрка, он кричит, поймал щупака. О, ничего себе. И рез. Да, сейчас покажем людям. Есть подозрение, что щука уже пошла на нерест. Мальки только проклевывают. Кстати, да, похоже на такое. Да. А, такой самый. Мелкая еще не нерестится вот такая вот, а крупная уже пошла на нерест. Ну все же, вторая уже на сегодня. Да, то мы с Яныком попали, при нерестовой жор был. Что, ребятки, вторая щучка уже на сегодня. Правда, уже после обед, правильно? Ну, маленькая такая вот. Карандашовая. Короче, сейчас мы ее отправим назад. Да. Давай, Ирец, выпускай. Оп. Пошла. Огонь, поздравляем. Да, спасибо. Спасибо. Ой, блин, ребята, ну такая рыбалка сегодня. Ну, две щуки, ну таких мелких, прям вообще, я не знаю. Ну, и то неплохо. Ладно, мы погнали рыбачить дальше. Здесь, после берега. А не, побольше. Ух ты, ё. Гляди, какая красавица. Чик. Ну такая же. Блин, я там думал, уже там щука. Ребятки, третья на сегодня у нас. Молочные, блядь. Молочные. Молочные, блядь. Да. Смотрите, какие. Так, знаешь, что она, кстати, могла посыплить? Вот там будет не стала, понял? Там может, да. Она не такая чувак. Вот такой чупачок. Ладно, сейчас мы ее отпустим. Ладно, беги. Да, ребята, такие щупачки сегодня клюют. Хоп. Да, непонятно. Или на нерест пошла уже. О, поплыла. Или что, щучка? Что-то вообще. Походу, щука что-то. Жора уже нет весеннего. Или прошел, или будет еще. Нет, мы с Яныком попали. Да, Ирец с Яныком был дубасил, я там не смог поехать с ними. Сколько мы поймали? Да нормально. Мы домой взяли по 6 штук. Да, фоточка, кстати, есть в Инстаграме. Кому интересно, ссылочка будет в описании. По 8 или по 9 поймали. Да, у них тогда была хорошая рыбалка. Но сейчас что-то, видите, мелкая щука клюет и все. Большой нету. Ну ничего, ладно. Еще порыбачим чуть-чуть, посмотрим. А вдруг? Так. Ребятки, сработала вот такая блесенка, оп, с красной головой, 15 грамм, ой, серебро, Юрец силикон поставил, кидает. Уже снял. Уже снял? Да. На силикон тоже что-то вообще ничего. Ну, так... Удары были белки, ну такие, как у него. Ну блин, ладно, попробуем, ну короче, вот такая щука сегодня клюет, карандашовая. Ребятки, еще одна, перешли на новое место. Поклевочка. Я посмотрю, ну такая же, наверное. Может, чуть-чуть крупнее. Юрка там рядом, он. О, вроде покрупнее. Сейчас глянем. О, да, крупнее. О, ребятки, видите? Смотрите, какая. О, это другое дело.
Ух, какая! Отойди сюда ж. Это же поболее. Гляньте, какая. Ух, красавица. Ну, в два раза побольше, чем та была. Класс. Так, а золотила ж как. Ну. Так, надо взять инструмент. Так, ну полежи. Тоже маленькая. Сейчас инструмент возьмем, достанем. Так, отпустим. Так, один у нас тут еще зимничек. Оп, а тихо, выможешь меня уже, сейчас я тебя отпущу. А ну дай, оп. Оп, есть. Так, чтобы не повредить. Есть. Ирина, взгляни, какой еще пока забомбил. Чуть-чуть побольше, чем тот. Ну да, тем где. Пузатенько. А, видно, с икрой. Сейчас отпустим, пускай плывет. Так, давай. Оп. Есть. Так, это какая у меня? Третья. Третья. Ребятки, третья на сегодня. И уже покрупнее. Ну, дай бог, вечером может быть будет ловиться получше, чем в первой половине дня. Так что так. Такая блесенка сработала, сейчас покажу. С первого заброса перешли на новое место. Хоп, и есть. Вот эта блесенка. Так, раз, раз и догнала. Это радует. Так, ну что тут у нас? Запуталась. Так, ну что, погнали. Фрикциончик. Настроим. Еще одна. Ух ты, ё. О, это побольше. Блин, а тут лед стоит, вам видно? Как я теперь будем брать? О, да покрупнее будет, наверное. Ребятки, это сейчас интересно, как мы его будем брать. О, вот это побольше. Покрупнее. А ну. Блин. Ребята, вы видите, вон она. Ребята, вон она, видите, застряла. Оп, отпустим. О, пошла, пошла, пошла. Блин, она не под лед, вес, она под лед пошла. Блин. Вон она. Ребята, вы видите? Хорошенькая. У нас засела неплохо. Юра, что будем делать? Надо, чтобы она ушла туда, и потом мы ее поднять наверх. Сейчас я ее... О! О! Ребятки, смотрите, какая крокодил. Ох, какая красавица. О, это еще крупнее. Какая длинная. Офигеть, подо льда видели? Сейчас я вам ее покажу. Вот такая, да тихо, рукавица. Ой-ой-ой, вот это да, подо льда, блин. Красавица. Ух, какая. Сейчас я вам ее покажу. Ребятки, смотрите, какая. Ух. Чупа, это какая уже, Юрис? Четвертая. Четвертая. Смотрите, уже покрупнее такая. Ух. Килуха точно есть. Да, и видать самец. Худой-худой. Да, с этих вообще без икры, без ничего. Так что так сегодня. Мелкие-мелкие, видите, ближе к вечеру проклевывают вот такие щучки. Покрупнее уже. Ну, еще ж не совсем вечер. Попробуем. Ладно, отпускаем. Только я была не знаю как. Ну, вот и так кидать что-то его так. Только. Так, ну ладно, беги. Ой, о. Я, конечно, извиняюсь, что так получилось, но как бы я ее отпустил. Да, нормально. Ладно,
Все, давайте, ребятки. Лесенка сработала такая моя. Ух! Класс, видите, вторая половина дня немножко так поинтереснее становится. Так, ну что, погнали дальше. Оп. Так, фрикциончик. Ну это, конечно, пушка была, ребята. Лед, все дела. Туда-сюда. А, огонь. Оп. Ага. Так, ну что. Так, уже и вечереет. Так, ребятки, ну что, подведем итоги сегодняшней рыбалки. Значит, что у нас сегодня с Юрцом? Юрец, сколько у нас сегодня? 5. Я одну поймал. Юрец одну, я 4. 2. Да, 4. 2. Подожди. Тоже 4? 4, да. Да. Две маленьких и две такие были. Да, две маленькие вы же видели, ну, такие карандаши. И две такие тоже как бы небольшие, но все же было приятно их потаскать. Вот такие, более-менее. А что такая вот рыбалка? На ставке, я же рассказывал, был лед. Этот лед только сегодня сошел. Мы с Юрой приехали попробовать. Ну, такое, как бы вроде рыб поймали, а вроде бы как бы хотелось бы и трофейчика вальнуть. Ну, не всегда. Ну, в принципе, рыбалка была неплохая. Удовольствие получили, так что... Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Кстати, под видео будет ссылочка на мой инстаграм. Кому интересно, залетайте, там онлайн фоточки, все дела. Все, ребята, будем собираться ехать домой, готовиться на следующую рыбалку. С вами был Юрец. Да, все, пока. Руслан и канал Крутая Рыбалка. До новых встреч. Пока-пока.